Так, всем доброго позднего вечера, как обычно. Ну что, как нетрудно догадаться, сейчас будет Monster in my pocket. Сейчас единственное, нужно ромчик найти. Я как-то не подготовился, нехорошо. Так, оригинальный, американский. Итак, извините, если этот шум будет там сзади фоновый. 91-й год Konami. Я думал, игра чуть более поздняя. Та-дам! Сейчас стрим на паузу поставлю. Есть. Ну что, поехали. Не будем затягивать. Игра, в общем-то, легкая. В детстве, когда играл в нее мало. И один не проходил. Да и на эмуляторе тоже как-то мы вдвоем с друганом играли. И как-то тоже. Не особо-то. Вернее, как мы с другом не прошли, а друг без меня один прошел. Вот со второй попытки. Серьезно, такую игру и со второй попытки? Ну, все это мы знаем. Все эти сюжеты. В детстве Batman Flash была. Поехали. В общем-то, единственное правильное было все-таки запрыгнуть наверх. Ну ладно. Ну что тут эти ведьмы? Со своей черепушкой. Ладно, тут нормально по здоровью. Этот момент я тоже помню, когда мелкие были, вниз по ступенькам спускались. Опа, там сердечечко. Так, ну что, первый босс. Ножики отбиваются. Все, готов. Кухня. О, жизнь уже дали за 500 очков. Прикольно. Блин. И ключ выкинул. А, не тут. Блин, сердца. Ладно. По части вот поверапов тут, в общем-то, все в норме. Игра щедрая и на жизни, и на контюне. Так что. Худо-бедно уж точно затащу. Главное в яму сильно не падать. Музон классный, кстати, даже в детстве нравилось. Так, все, спокойно. Блин. Да ладно.
Единственное, врагов тут, конечно, пихают столько, что он спрайт лимит не выдерживает. Да, тут мы не знали, что можно вниз спрыгивать, а оказывается, можно. Смотрите, сколько сердечек. Все, что было просрано. Так, ну и товарищ Заморозкин. Которого хрен находили в детстве тактику. Ух ты, блин. Все. Загибалите. Я еще в детстве не понимал факт, почему кто последний удар нанес, тому и очки за босса. Хотя в черепашках ниндзя третьих та же фигня. Так. Тихо-тихо. Да ладно, чё? Аж с какой-то же задницы. Понимаешь ли, огни. Мячики для гольфа. Кстати, что вот всегда замечал, в этой игре очень много различных спрайтов врагов. Хотя вот тут, по сути, драконы, которые налетают, но тем не менее. Вот тоже прикольный момент. Так, все, ага, два раза. Где тут мужики с бородой, я не знаю. Так, подлинное место, тут можно упасть. Тихо. Все отлично, ну босс, лох. Главное, опять же, не затупить. Это типа кракен, но не знаю, труп кролика какой-то, чтобы посмотреть на его зубы. Блин. Ладно, сейчас главное осторожно добивать его уже. Да блин, не настолько уж осторожно. О, готов. Ну, кстати, вот за 500 очков уже издали как-то и все. Да блин.
кран. Сейчас бабки-ёшки будут. Хорошо было вдвоем. Один сидит, бьет слева, второй справа. Все пучком. Блин. Ох ты! Ладно, это по сути единственное место, где можно реально в яму грохнуться. Так, все, тут двойным прыжком надо пользоваться. О! Зашибись, две жизни слили нахрен. Так, товарищи, вот эти вот подкатные ребята. Угу, дали жизнь. За 2500, как-то интересно. 500, 2500. Блин. Тут как-то вот интересно, сначала тебе лечилку дают, а потом тебя дамажат. Ну я еще, конечно, туплю. Здоровье установили. Так, босс-крановщик. Все, лёг. Вот сейчас будет мощный уровень, сложный достаточно. Эти собаки как терминатор, просто прут и прут. Нормально такой, да, по наклонным поверхностям, кстати говоря. Скроллинг. Так, тихо. Ну все, яма пройдена. Так, сейчас будут неприятные птицы. Да, вот настолько неприятные. Так. Да бери ты. И чё? Так, все, минус одна жизнь. Сейчас будут твари вот эти с костями. О, избушки. Блин.
Ну все, откровенный тупинг пошел. Так. Зашибись. Это было зря. Этих тварей еще в детстве мы очень не любили. Блин. Ну ладно. Жизнь дали. Интересно, система начисления жизни 500 2 500 4 500. Блин, да, я чувствую, на 6 уровень меня тупо не хватит. Ну вот эти вообще, блин, как. Ладно, привет, денежки. Не угадал. Блин, что-то не угадываю все. Зашибись. Угу. Да блин, отлично. Я на последнем хите смог это сделать, но боюсь, конечно, конт я солью. Ну, сколько, 11 лет не играл в игру, хоть это, конечно, не оправдание, но тем не менее. Ни хрена. Смертельные капли. Еще и, блин, сейф-спота от них особо нет. Так, сзади, сзади прет. Блин. Еще эти горынычи тут будут. Ох, блин, вот как с ними, я не знаю. Да, зашибись, нулевой жизни тут нет. Ну, конечно, континью. Твари, блин.
Да, вот это вот как с птицами. Все, готов. Да блин. Разнообразие врагов тут офигительно. А, да, еще за 500 жизнь, 500 очков жизнь дали, да, вообще прекрасно. Так, сейчас опять будут Горыныча. Вот музон мне нравился всегда. Напряженный. Сейчас, мол, будет какая-то жопа. О, блин, что я вообще задумал? Нахрена я здесь прыгаю? Все, готов. За него дают все же 10 очков, а даже 5. То есть он считается сейчас в данном случае слабее даже рядового врага. Потому что я даже без понятия, за кого тут из рядовых врагов дают. Тихо ты, заморозка, блин. Саб-Зиро. Тихо ты, блин. А я знаю, почему так. Потому что я осторожность потерял. Надо ж аккуратненько. Таймера тут нет. Это не Бомбермен второй. Вот и все. Дайте мне 10 очков за этого товарища. А 15. Ну что, сейчас будет Крякин. Знаете, как он сквозь каменный пол выплывает. Ладно, не важно. Так, а что я смотрю на него? Бить-то надо. Я думаю о каких-то вещах посторонних, блин, его надо бить, а я стою, смотрю. Не, понятно, что тактика хорошая, ты пропускаешь. И вот тут уже, можно сказать, из сейф-спота мочишь его, это хорошо, конечно. Да блин. Все. Блин, дайте хоть сердечко одно. Не. Блин, если я сейчас сдохну на одном из двух боссов, соответственно, у меня будет две жизни на двух оставшихся. В общем-то, там все реально. Да блин! Херня.
Блин. Прождал долго. Я думал, тебе хана, ты что-то живучий, падла. Все. Так, ведьма теперь. Блин, чуть двойным прыжком что-то туплю. А не надо этого делать. Ай! Ай! Блин. Да что я делаю? Что я делаю? Все, отлично. И теперь тут должны дать два сердечка. И уже можно хоть как-то с боссом поговорить. Единственное, блин, он очень, сука, долгий. Да, еще к этой молнии надо привыкнуть. Да... Вот это было тупо с моей стороны. Ладно, сейчас главное жизнь не просрать. Блин, не могу с этим двойным прыжком. То ли я кнопки надо настроить, Б и А поменять местами в данном случае. То ли хрен его знает. То ли у меня все-таки лыжи не едут. Все, отлично. И все, концовочка. Делов тут на полчаса по большому счету. Но оказывается внезапно, что ни хрена. Я вернулся.
Да, вот так вот круто. То есть сначала нам показывают, что все, хэппи-энд. Но на самом деле нифига. Вот это мне нравится. Тихо. Тут бараны, блин, которым хрен знает сколько. Главное, чтобы они в разные стороны не побежали. Да блин, долбанный двойной прыжок. Ладно, все, босс легкий. Даже сейчас повезло. Все, хрен тебя мочить. Телек фирмы Konami. Ну что могу сказать, игра классная, я так туплю. Оправдание, что я не играл 11 лет, это не оправдание. Музон хороший, управление хорошее, это я опять же с двойным прыжком ерундой страдал. Да нет, игра классная, и я считаю немножко даже незаслуженным, потому что есть всякие контры от Konami, черепашки ниндзя и так далее, знаменитые, а Monster in My Pocket отличная игра, и в детстве так считал, сейчас. Может, конечно, немножечко коротковато, но бог бы с ней. Вон, хиты типа Чипа Дейлов, этих утиных историй, они тоже, в общем-то, не особо длинные. Но уж про контуры и вовсе молчу. Все, еще одна игра пройдена, это круто. В общем-то, если бы я не тупил, конта бы не было. Мне бы как раз, наверное, на последней жизни я бы затащился. Вот так вот. Будет ли что-нибудь еще на сегодня, я не знаю. Наверное, все-таки нет. Потому что уже 12 час, на этом хватит. Все, ладно. Всем спасибо за просмотр. Хотя, опять же, народу как-то сегодня было не очень. Всего доброго. И, скорее всего, до послезавтра.